Короче говоря, загрузился. Москва, Новосибирск, чай Липтон. Поехали! Сколько тут всего всякой всячины, ёлки-палки. Это мы из центра Москвы выезжаем на Химки. И нам сейчас надо повернуть как-то налево на МКАД. Ищем. Короче, провалились, надо было поправить МКАД. Юг. Ладно, мы тут разберемся. Где-то едем, хрен его знает, тут непонятно. Сейчас куда-то сворачивать будем налево. Это райончик какой-то такой интересный понравился мне тут. Опять проблема. Пожрать нигде не могу, покушать. Есть охота? Выгрузился. Все, голодный. Куда едем, сами не знаем. Нет, знаем-то мы знаем, куда едем. Куда едем, туда и едем. Все равно куда-нибудь приедем. О, да, Одинцово едем. Вот тут стройка, дома. Очень кушать хочется. Впереди где-то я тут заметил Макдональдс был. Я же на диете. Сейчас, если получится куда-нибудь завернуть. Ну, я как думаю, что хрен мы куда завернем. Короче говоря, загрузились. Москва, Новосибирск, чай, Липтон, 8 тонн. Поехали. Солнышко встает. Неохот ей выйти-то над Москвою. Поспать охота. Никуда не поделаешь. У небесного светила выходных не бывает. Кто-то выкатывает ее потихоньку на это. Утреннее сейчас будет. Москва. Проспект налево, Мытищи, на станцию Мытищи, направо и налево, куда выехать. Короче, съехали мы с МКАДа, время 7 часов, еще нет, без 15, 7, душа радуется, выходной день, воскресенье, движение никакое, 90 шпарю везде, только буран тут за мной, елки-палки, он это... Сейчас. Решил я все-таки ехать обратно. Время больно. Да, лет мало. 3500 километров, 3600. А вот город Королев. Сейчас въезжаем. Стояли практически одинаково, я посмотрел. Расстояние практически одинаковое. Что по пятерке идти, что по семерке, там, ну, по пятерке будешь подальше. Что по семерке идти, что по это. По северной. Но преимущество северной дороги в том, что она пустая. Там нет ни ремонтов. Практически ничего, там
очень здорово километр быстро наматывается, чем здесь. Здесь вот сейчас пойдешь по семерке, татары там все перекопали, будешь стоять там, да много где будешь стоять. Здесь сейчас во Владимирской области, в Нижнем Новгороде там все перекопали, там вообще на 20 километров пробки, а здесь только поливай. Ну и решил как это. Мне выгрузка 24 утром на 8 часов утра, еще 4 часа убегают, блин, 4 часа убегают, короче, непонятно, как-то они считают, и у меня 24-го, считайте, дня нету, ехать мне 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 5 дней, в принципе, нормально. 800 километров надо будет отжимать. Что, как-то так. Теперь опять же проблема у меня. Позавтракать негде. Ищу, где позавтракать. Вчера заехал поужинать. Думаю, надо что-то горяченького. Посмотрел на это горяченькое. Ну, чуть мне плохо не стало. Москва, так называют, Москва, цены московские, на трассе то дешевле кормят, чем в Москве, кебабка. Борщ 200 рублей, ужас. Ну, короче, сейчас еду, я тут знаю одну точку по Ярославке, я сейчас на Ярославль еду, и где-то справа, должна быть шаурма. Она нас всех накормит, шаурма. Да кофейку попью, да булочек какой-то возьму, да дальше поеду. Что-то сейчас пока надо нагонять время, пока есть возможность. А потом уже будем по дороге дурака валять. Так что как-то так. Давайте, поехали. Ничего, ничего. Сейчас мы Витюшеньку накормим. Голодного не оставим. Шаурма так шаурма. Завтракать надо. Так вот она какая северная ночь. Так, ну что, едем мы опять потихоньку дальше. И это... что рассказать-то интересного тут в моей жизни произошло на сегодняшний день, этот день-то? Проехали мы Крутинку в Ямане, 478 километр между Тюменью до Омска, короче, как бы. В Ямане заезжал в байку, полтора часа, помылся, попарился, три раза ходил париться, чуть из бани ушел. Ну и, как всегда, какой-то произошел такой байка, не байка, случай, не случай. У меня дочь ездили на выходные. У них палатки, бани с собой там отдельные, все это. И, короче, поехали они отдыхать там. Они по барабану, они и зимой ездят, и летом. То у них там такая палатка с печкой, там на топе, так говорят, спим, говорят, 18 градусов, там нормально, короче, как бы это. Ну и, короче, поехали отдыхать, как бы, наверное, закрытие сезона летнего. Решили помыться в баньке и искупаться в озере. Поставили баньку, все там, это, домик, все, начали топить. А приехал друг с ними, ну и зять доверил другу топить баню. Короче, приходит, говорит, ну, баню... Натопил, прям говорит, а штурба красная. А вы представляете, это же не домашнее, а железо тоненькое, все тоненькое. Они зашли туда в баню, вроде как бы помыться, и у них на глазах труба начинает загибаться и упала на крышу этой бани. А крыша... сами понимаете, палатка загорелась. Короче, в бане они в этот раз не помылись.
посмотрели, потом, когда все это затушили, поглядели, вывод оказался такой. Смолья, что ли, больно много было. Трубу не почистили, в трубе все загорелось. Из-за этого труба согнулась. Это у них заключение экспертизы пожарнадзора. Короче. Ну, а у нас немножко по-другому получилось. Я почему-то завел разговор про баню. Короче, зашел я в баню сегодня в это. Ой, мама дорогая, синего все. Позвал этого банщика. Говорю, что за хрень? Дышать нечем, говорю. Во-первых, тут угар в бане там. Это, и дым не уходит. Он говорит, ну ладно, никто не жаловался, все нормально. Куда-то свалил. Потом, говорю, проходят, как вот минутки 2-3, слышу, на крыше что-то грохот, гремят туда-сюда. Потом приходит, говорит, ну что, сейчас дымом не пахнет? Я говорю, а что, ты трубу почистил. И это, короче, как бы трубу почистили. Вроде потом угар прошел, и я наподдавал все это, ну, как говорится, выгнал весь этот угар и помылся. Отличная баня. Полтора часа я там просидел. Дороговато, правда, немножко эта банька, 200 рублей в час. И, ну, все равно баня есть баня. Я вырос в бане, с баней, и для меня я душ не признаю. Это душ, это грязь разводить по телу только туда-сюда.